Всем привет! Сегодня хочу я снять такой небольшой влог. Я просто выбралась из дома, чтобы прогуляться. Не хочу дома больше сидеть. И как видно, сегодня погода просто отвратительная, пасмурно, небо затянуто, солнца нет, дождик капает, и народу нет. И мне это нравится. Посмотрите, в каком я красивом месте. Это лебедь. Это потрясающе красное дерево. Я тащусь от этой красоты. Это называется место Курпарк, и хочу сегодня с вами прогуляться в этом месте. Короче, я пришла в Вандерхалле, думала, сейчас, о, посмотрю, музей. Ага, здесь турнир по бильярду. У меня, как всегда, в сезоне так. Но мне все равно интересно, мельком глянула, там бьют шары, ничего удивительного. Но все равно я сейчас прочитала, что здесь музей до сих пор открыт, и это уже этажом выше, и еще этажом выше здесь картинная выставка. Так что пойдемте дальше смотреть. В этом музее мы уже, оказывается, с вами были. Но мне все равно даже во второй раз интересно побыть здесь. Я не знаю, что в этом музее за сказку рассказывают, но я вам сейчас поближе покажу. Мальчики писают. Вот там мы только что с вами были. Ну, в принципе, интересно, не дома. А с деревьев капает, типа дождь. Ну, пойдемте что-нибудь еще посмотрим, где можно погулять, побродить. Не хочу домой. Я наконец-то нашла лауфбан, типа беговая дорожка, что с мягким покрытием, типа удобно бегать, знаете, такие. Но, блин, она 30 минут ходьбы от моего дома. Ах, ну она такая прикольная, цвет классный. Всем еще раз очередной привет, я уже дома. У нас такой ливень начался, просто вообще жесть. Я домой только добежала, и небо опять светлеет.
цветы.